Самый лучший способ заработать в интернете – это используя кэшбэк-сервис. Так что переходи по ссылочке в описании и начинай зарабатывать на покупках или экономить на них. Бомбит у меня, я тебе говорю, не бомбит, блядь, ты знаешь, что было, если бы у меня бомбило, я тебе говорю, не бомбит, блядь. Итак, всем привет, и сегодня начнем такую небольшую рубрику, этот самый, как его там, ахинея от наших пользователей. И первое письмо тут у нас, зачитаем сейчас у нас от Руслана. Что же нам Руслан там пишет, а? Недавно по телевизору проскакивала информация, что перенасыщение организма протеины ускоряет рост клетки и приводит к раннему старению организма, поэтому бодибилдеры долго не живут. То ли передача «Осторожная еда», то ли по каналу «Наука 2.0». Сижу теперь, думаю, стоит ли покупать протеин. Да что ты, черт побери, такое несешь? Вот такие вот у нас дела, ребятишки. Так что употребление протеинов приводит к раннему старению и тем более ранней смерти. Так что смотрите, не понимайте, а то окочуритесь где-нибудь в общественном туалете на толчке, когда будете тужиться и выдавливать свою какашку. Ух ты, какой извращенец. Так, второе у нас письмо. Дмитрий нам пишет. Ну что же нам тут за ахинею пишет Дмитрий? Я качаю только пресс. Он после 2-3 месяцев был идеально рельефным. Я стал продолжать его качать, чтобы поддерживать рельеф. Но он стал пропадать. Просто так. Жира у меня нету и питаюсь нормально. Возможно, что мышцы так сжигались и пресс пропал. Как восстановиться? Я вот просто я таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы оставшиеся на голове дыбом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно. Мышцы сгорели, боже, помоги, ёкарный бабай, мышцы сгорели. Это просто какой-то звездец. И мне постоянно в личку такое вот пишут, вот спрашивают всякую ахинею просто, на которую у меня, ну, не то что ответа нет. Хочется ответить, но как-то обижать не хочется. Вот. Так, третий вопросик у нас Юрко нам пишет. Юрко пишет: привет всем. Проколол 5 уколов пропика, начал сейчас энку 500 мг в неделю. Вопрос: на крещение хочу первый раз окунуться в прорубь. Можно? Ничего, что я на химке. Сгорит кощунья, как только святую воду залезет на крещение. Вот прямо залезет, все испарится просто. Это просто какой-то жестяк. Так, что у нас тут еще пишет Алексей? Хочу спросить, можно принимать БЦА и протеин в 17 лет? И не приведет ли это к гормональному сбою? Гормональному сбою от протеинов и БЦА. Вот это елки. Где они вообще это берут? Я не пойму. Вот откуда такие у людей в голове мысли странные возникают вообще с такими вопросами? Я не знаю. Или у меня такое ощущение, как будто они с утреца, знаешь, встали там в больничке где-то своей, забыли свои лекарства выпить от этого самого, чтобы нормально там винтики крутились. И начинают писать вот такую вот ахинею, короче, в интернете. Это просто какой-то ужас. Короче, если хочешь дальше продолжение такой рубрики, этот самый, может, что-нибудь повеселее сделаю, там, буду стараться выпускать, так что ставь лайки, подписывайся на канал, и еще будет очень много таких писем. Пока! Распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.